Обычно в эту пору года впадаешь в беспричинную печаль, меланхолию, тянет на размышления на вечные темы. А что в нашей суетной жизни можно отнести к вечным темам? Постоянное повышение цен, нестабильная ситуация в стране и, наконец, действительно ли у наших больших руководителей такие большие деньги на счету в швейцарском банке? Ну что ж, полная неопределенность в решении первых двух вопросов и, наоборот, абсолютная ясность с третьим, по всей видимости, и рождают эту беспричинную печаль и меланхолию. Что же касается одесских джентльменов, то даже эти, так сказать, осенние настроения не могут помешать им вести традиционные светские беседы. А вот я, джентльмены, в последнее время смотрю рекламу по телевизору, и в голову приходят разные мысли. Какие же, сэр? Ну, как, например, Гоголю удалось создать мертвые души, не моя при этом голову шампунем Head and Shoulders. Или, скажем, Толстому написать «Войну и мир», не жуя при этом орбит без сахара. А как в этом смысле не посочувствовать няне Пушкина Арине Родионовне? Что вы имеете в виду? Ну как, вы что, забыли, сэр? Тогда же в России еще не было памперсов. Слышали, джентльмены, в Москве появился новый безалкогольный напиток – минеральная вода Жириновский. Да, ну и чем же она отличается от других безалкогольных напитков? О, она отличается колоссальным тонизирующим действием. Что вы имеете в виду? А я имею в виду, сэр, что как только выпиваешь стакан, тут же хочется бросить его кому-нибудь в голову. One moment, please. Как известно, в течение многих лет у нас упорно пытались решить задачу, как накормить страну. Теперь, когда стало окончательно ясно, что страну накормить, видимо, уже не удастся, стоит, наверное, подумать над тем, как решить более простую задачу и накормить для начала хотя бы отдельных ее граждан. Причем, как выясняется, многие граждане пытаются решить эту проблему самостоятельно. Вот, например, как справляются с выполнением своей, так сказать, продовольственной программы в одной обычной и, между прочим, городской семье. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Джентльмен Шоу». Можно войти? Заходите, только осторожно, не наступите. Здесь у меня куры несутся. Ой, проходите. Ну что, я вижу, у вас здесь, так сказать, целое натуральное хозяйство. На базар, значит, уже не ходите. А зачем? У меня же все свое. Проходите в комнату. Не стесняйтесь. Кыш-кыш. Пиш. Проходите. Пиш. Проходите, не стесняйтесь. Спасибо. А что это у вас там телевизор гудит? Что, испортился? Осторожно, не трогайте. Там у меня пчелы. Так у вас, выходит, и мед свой? Ну, почему мед? У нас и рыба своя. В ванной разводим. Рыбу в ванной? Это, наверное, для вас создает какие-то неудобства? Ой, не говорите. Ее ж так ловить тяжело. Она все время в трубах прячется. Простите, и что, вы одна со всем этим справляетесь? А где же, так сказать, основной кормилец семьи, что на работе? Почему на работе? На балконе. Вот он, козлик мой. Кушай, кушай, кушай. Нет, я вообще-то имел в виду мужа. Ой, вы знаете, от мужа пришлось отказаться. Ест он больше, а проку от него, ну, как от мужа. Да, у вас тут прямо целая ферма. А что соседи, не возражают? Нет, у них своих забот хватает. Знаете, как в однокомнатной с коровой. О, 5 часов. Пошли доить. One moment, please. Автомобиль, как известно, изобрели, к сожалению, не у нас. Зато сложности, связанные с его использованием, это уже, как говорится, чисто наше изобретение. Особенно если иметь в виду такую животрепещущую проблему, как проблема с топливом. И вот как справился с ней один наш изобретательный соотечественник. Здравствуйте. Программа «Джентльмен Шоу». Павел Петрович, расскажите нам, пожалуйста, о вашем изобретении. Вы знаете, в технические подробности я вдаваться не буду, но суть очень проста. Моя машина работает не на бензине, как это принято, а на спирту. Один стакан на 100 километров. Невероятно. Ну и как она у вас на спирту? Хорошо бегает?
Вы знаете, на этот вопрос я ответить не могу. Пока ни разу не пробовал. Простите, но почему? Да вот проблема. Как только спирт в стакан наливаю, вылить в бак рука не поднимается. Ну, может, хоть сейчас попробуйте. Как всегда. Как вы, наверное, помните, приезд в нашу страну легендарного Майкла Джексона широко освещался во всех средствах массовой информации. В числе прочего, в прессе, в частности, сообщалось и о том, что в качестве места своего пребывания в Москве Майкл Джексон выбрал гостиницу «Метрополь». Однако, как говорится, в кулуарах ходили упорные слухи о том, что на самом деле в отеле жил его двойник, а сам Майкл Джексон в целях безопасности останавливался на одной частной московской квартире. И вот мы в семье Кузнецовых, в которой, собственно, и проживал король поп-музыки. Здравствуйте, программа «Джентльмен Шоу». Скажите, что действительно вот прямо тут у вас, в этой квартире, и останавливался сам Майкл Джексон? Да, знаете, потеснил нас немножко. Вот здесь сам Майкл ночевал на софе, а телохранитель его вон там вот на раскладушечке. Вы знаете, просто не верится. Да что ж мы обманывать будем? Да. Но вот интересно, какой он этот король поп-музыки, так сказать, в обычной повседневной жизни? Вы знаете, такой интеллигентный, застенчивый молодой человек. Худенький, правда, очень. Понятно. Ну что ж, как говорится, Майкл Джексон уехал. И вот как вы думаете, его пребывание в вашей семье – это всего лишь эпизод? Или он, как говорится, еще когда-нибудь сюда вернется? Конечно, вернется. Тем более он у нас еще перед отъездом 50 тысяч одолжил. Что, долларов? Нет, что вы, рублей, конечно. Да, как-то странно все-таки. Да, и вот еще что. Только вы этого не показываете. Когда они с телохранителем съехали, Вася мой через неделю где-то обнаружил, что кольцо обручальное мое пропало. Потом там часы золотые... Цепочка невесткина тоже золотая. Вася грешным делом подумал, может, это у нас двойник жил, а в гостинице настоящий. А я, знаете ли, не верю. Наш Майкл такого не мог сделать. А теперь немного о сложностях нашей жизни. Как с ними справиться? Наши люди находят порой весьма неожиданные, на первый взгляд даже странные решения. Здравствуйте. Программа «Джентльмен Шоу». Простите, что это вы делаете? Вы что, не видите? Яму рою. Яму кому? Себе. Да, ну, простите, вам вроде рановато еще. Чего рановато? Пора уже. Вечер. Самое время машину на ночь ставить. Извините, а зачем это машину в яму? Зачем? Вы что, не знаете, как сейчас угоняют? Ничего не помогает. Ни гараж, ни сигнализация. А я свою закопал и сплю спокойно. Интересно, а вот саму машину вам все-таки не жалко? Она у вас вроде еще совсем новая. Да эту не жалко. Вот раньше была у меня машина класс, Вольво, из рейса привез. И что, угнали? Да нет. Закопал по пьянке, а где? До сих пор не могу вспомнить. One moment, please.
Из всего того, что нас сегодня не очень радует, погода, увы, находится не на самом последнем месте. Ну, если большинству из нас с этим приходится как-то мириться, то те наши соотечественники, у которых есть деньги, могут заказывать эту самую погоду по своему желанию. Ну, если не саму погоду, то во всяком случае ее прогноз. Ну, это же погода. Да-да, не за что, не за что. Добрый день. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы беседуем с начальником, так сказать, валютного гидромедцентра. Борис Семенович, скажите, пожалуйста, чем все-таки ваш гидромедцентр отличается от обычного? Говорю сразу, свой прогноз мы делаем только для людей состоятельных, причем чем больше платит клиент, тем, так сказать, лучше прогноз. То есть? То есть заплатил солнце. Не заплатил дождь, снег, местами цунами. Поразительно, просто не верится. Ну что ж, объясняю на конкретном примере. Вот заказ. Ассоциация предпринимателей Крайнего Севера. Люди, сами понимаете, хорошим прогнозом не избалованы. А деньги есть и немалые. Выполняют. Аллочка, прошу. Секундочку, Борис Семенович. Дорогие друзья, Мурманск, Норильск, плюс 25-30 градусов тепла. Солнечно, без осадков. Сахалин, Магадан, плюс 28-32. Местами до 35 градусов тепла. Район Чукотки и Крайнего Севера, плюс 30-35. Температура морской воды в море Лаптевых, плюс 22 градуса. До свидания. Погода, однако. Жена, готовь сани, запрягай собака. Муж на пляже загорать едет. One moment, please. Продолжаем джентльмен-шоу. Знаете, друзья, кажется, я нашел еще один способ, как наверняка избежать разговора о политике. Говорят, что когда занимаешься чем-нибудь приятным, мысли о политике вообще не приходят в голову. Давайте проверим. Да. Известно, как много жителей бывшего СССР мечтают стать гражданами США. Известно также, что не всем желающим это удается. Однако у нас в Одессе нашлись люди, которые сумели решить эту проблему очень просто. Сначала нам попалось на глаза вот это объявление. Если хотите, чтобы ваш ребенок стал гражданином США, обращайтесь на причал номер 17. Спросить Сеню. И вот мы на причале. Простите, что все это означает? Все очень просто. Вот американская конституция. Читаем. Гражданином Соединенных Штатов Америки является любой человек, родившийся на их территории. Ну и что? А то, что это еще не все. Вот примечание. Территории Соединенных Штатов относятся также здание американского посольства, борт американского самолета и, обратите внимание, любое судно под американским флагом. Да, и что, много желающих? Что вы говорите, отбоя нет. А, записывается сразу после свадьбы. Ну, а вот если я хочу, чтобы мой ребенок стал, скажем, гражданином Франции? Ради бога. Вон там рядом Лёва стоит. Он под французским флагом работает. Простите, поздравляю вас. Как решили назвать малыша? Мы с мужем посоветовались и решили назвать его Джимми. Как дела, Джимми? Окей. Что может подарить мужчина женщине на 8 марта? Одни дарят духи, другие цветы, третьи какие-нибудь украшения. Но один житель нашего города решил эту проблему, прямо скажем, оригинально. С ним мы как раз и беседуем. Вы знаете,
На этот раз я решил подарить жене к 8 марта что-нибудь необычное. Ну, скажем, домашнее животное. Интересно. Ну и тут проблемы. Кошек не любит жена, собак не люблю я. Попугаи сильно шумят, а рыбы наоборот. Ну и? Что и? Вот. Скажите, вы довольны подарком? Очень. Вы знаете, я давно о таком мечтала. Только вот теперь у меня проблема. Где я мужу к следующему 23 февраля бегемота достану? Хорошо. Пока обойдемся одним слоном. Между прочим, отличный сторож. Что вы имеете в виду? Когда в доме слон, чужой в квартиру не войдет. Просто не поместится. One moment, please. Известно, что согласно индийской философии, все мы в своей прошлой жизни были кто растением, кто камнем, кто каким-нибудь животным. Следуя этой логике, можно предположить, что ныне существующее растение, камень или какое-нибудь животное в своей будущей жизни, возможно, окажутся людьми. И вот наши ученые, проведя ряд смелых экспериментов, установили, что двухмесячный поросенок Гоша, проживающий в селе Сухие Ключи, с большой вероятностью в будущем станет одним из наших видных государственных деятелей. И вот мы в Ключах. Простите, программа «Джентльмен Шоу». Это что, тот самый поросенок Гоша? Ага, тот самый. Так куда же вы его несете? Да, решил продать на ферму. А вы знаете, что это необычный поросенок? Конечно. Вчера ученые приезжали. Сказали, вырастет, будет этим, членом парламента. Так что ж вы его? Вдруг он там на ферме вырастет, а его, как говорится, насало. Жалко, конечно. Но с другой стороны, от него хоть какая-то польза людям будет. Проблема преступности. Она актуальна сегодня не только у нас, но и в такой благополучной, как это недавно выяснилось, стране, как США. Ужесточение наказания. Вот метод, благодаря которому в одном маленьком американском городке удалось практически полностью решить эту проблему. Мы находимся в окружном суде города Литл Рок, штат Айдахо. Роджерс Джон Бенджамин приговаривается к высшей мере наказания 1 году жизни в городе Уступинске Тамбовской области. No, no, that is injustice of the court. I'm gonna take that. What? Oh, God. А сейчас мы беседуем с адвокатом этого несчастного парня. Truly speaking, I so much. Честно говоря, я все-таки рассчитывал на гуманность судьи Дэвиса и надеялся, что мой подзащитный отделается просто электрическим стулом. В последнее время на Украине в некоторых изданиях появились сведения о том, что родиной многих великих открытий, в том числе и географических, является именно Украина. Говорят, например, что никто иной, как запорожские казаки, основали Черноморский флот. Ими же была изобретена первая подводная лодка. Что же касается географических открытий, то местные ученые утверждают, что и открытие Америки, которое долгое время связывалось с именами Христофора Колумба и Америка Веспуччи, на самом деле является тоже заслугой представителей Украины. Так ли это на самом деле? Эту гипотезу решила проверить группа смельчаков из Одессы. Простите, программа «Джентльмен Шоу». Представьтесь, пожалуйста. Лёва, начальник украинской научной экспедиции. Ну что ж, нашим телезрителям, наверное, будет интересно узнать, в чем суть вашего эксперимента. Объясняю. Я, Миша и Боря построили
судно, являющееся точной копией чевна, на котором плавали древние запорожцы. Ну и что дальше? А дальше на этом чевне мы собираемся пересечь Атлантику, то есть повторить маршрут, которым плавали наши украинские, так сказать, викинги из Одессы до Нью-Йорка. Простите, а почему именно в Нью-Йорк? Потому что у Бори там родственники. Ну что ж, спасибо. Как говорится, 7 футов вам под килем. Счастливого возвращения назад. То есть, что значит назад? Задача нашей экспедиции доказать то, что они туда приплыли, а не то, что они оттуда вернулись. Понятно? Бежать, хлопцы! Айда! Друзья, меня зовут Олег Филимонов. И, кстати, зовут меня всегда, когда нужно рассказывать анекдоты. Так что в эфире наша лучшая, на этот раз октябрьская десятка анекдотов. На 10-м месте жительница Одессы тетя Сима и ее муж. С анекдотом о том, что самая счастливая ночь в их совместной жизни была, когда тете Симе приснилось, что муж уехал в командировку. А мужу, что он не муж, а сосед. На 9-м месте председатель комитета по приватизации с анекдотом о том, что Карлсон наконец-то приватизировал дом, на крыше которого он жил. Теперь на крыше живут жильцы. На 8-м месте военный историк с анекдотом. Подползает как-то Петька к Василию Ивановичу на передовой и спрашивает. Василий Иванович, а что такое секс? Ну вот для тебя лично. Эх, Петька, что тебе сказать? Вот пулемет, видишь? Ну, вижу. Так вот, секс, это когда патронов нет, а стрелять хочется. На 7-м месте сотрудник музея КГБ с анекдотом. Встречает как-то Мюллер Штирлица в рейхсканцелярии в очереди за зарплатой. И говорит. Знаете, дружище, в последнее время все как-то так подорожало. С трудом дотягиваю до получки. Ну, мне, конечно, легче, группенфюрер. Я ведь народнее еще в рублях получаю. На 6-м месте врач-нарколог с анекдотом о том, что из всех времен года его пациент больше всего любил осень, потому что в это время птицы летят именно косяком. На 5-м месте главврач психбольницы из города Киева с анекдотом. Привозят как-то психов в сумасшедший дом. Они кричат, мы ж народні депутаты, мы ж народні депутаты. Им говорят, не волнуйтесь, мы вас вылечим. Ну, вылечите нас, а кто ж страной управлять будет, а? На 4-м месте участник гражданской войны с анекдотом-воспоминанием. Белые знали, если партизан Герасим стоит на часах, пароль всегда один. Му-му. И отзыв тоже. Му-му. На 3-м месте врач-сексопатолог с анекдотом. Приходит как-то на прием красная шапочка и говорит. Знаете, доктор, в последнее время у нас с волком проблемы. Прихожу домой, а он, представляете, в постели в женском платье лежит. Я ему. Что с тобой, серый? А он мне, а я уж не серый. На 2-м месте сотрудник наградного отдела ЦК КПСС с анекдотом. Вручали как-то Леониду Ильичу значок 20 лет в здравоохранении. А он и говорит, своевременная награда. Как говорится, вчера было рано, завтра будет поздно. Ну и, наконец, кто же на 1-м месте? Популярный одесский анекдот, лидер октябрьской десятки. Итак, представьте себе, типичный одесский двор, раннее утро, появляются две одесситки. Розочка, ты что, заболела? Нет, а с чего ты взяла? Просто от тебя сегодня утром вышел доктор. Ну и что же, а если от тебя каждое утро выходит майор, так что война началась?